Какой город самый маленький на планете? В Хорватии притаился городок Хум, который за свои размеры оказался в книге рекордов Гиннесса. Дело в том, что Хум самый маленький на Земле земном шаре город, на котором проживает всего чуть более 20 человек. Тем не менее, в нем имеются два храма, музей, магазин, ресторан и даже гостиница Томислав, названная по имени первого короля Хорватии Томислава I. Все происходящие в городе события освещаются на личном сайте в интернете. В Хуме всего две дороги, одна из которых везет наверх. Город расположился на холме на высоте 349 метров над уровнем моря. Есть тут свой врач, пожарный, полицейский, судья и мэр, который избирается путем голосования. Эта процедура носит шутливое название выбора дурака, потому что никто из жителей преклонного возраста не желает занимать должность градоначальника, обязанности которого входит решение всех проблем немногочисленного населения. История появления Хума связана с различными легендами. Если верить одной из них, город был построен великанами из огромных камней.